Друзья мои, привет! Я с утра к вам в таком страшном виде. Короче, я начала сваливаться. Ночь плохо спала. У меня насморк. Начинаю, короче, лечиться усердно. Ой, сейчас я поставлю. Сейчас сбегала на работу, прибежала, все развесила. Время без 15:09. В общем, за час мне нужно подлечиться и сделать шаурму. Хочу сварить с собой кашку. Надо вот, хоть болеешь, хоть нет, а работать идти. Все-таки предновогодние это денечки. Немножко хоть заработать, поторговать. Вот у меня такая штука. Лет 10 купила. Может, у вас тоже у кого такая есть. Цептер. В цепторе. Вот мы вот так вот греем себе нос ультрафиолетовыми лучами. Надо было мне еще вчера с вечера. Вечером начала чихать-чихать. И что-то вот у меня такое недомогание. Думаю, ну ладно. Чай с малиной попила. Пройдет. Ночь плохо спала. И вот с утра вот у меня началось совсем. Так что надо подниматься мне сегодня-завтра. Как-то выкарабкиваться, не разболеться. Вот сейчас вот так вот погрею его весь. И все-таки легче будет. Ой, пиццу вчера вообще расстроенная была. Вот не могу, когда невкусно. Когда мне невкусно, я приготовлю. Расстроенная была весь вечер. Ну, к Маше пришел ее друг Саша. Они налили чай, и они раза два садились эту пиццу кушать. Им так понравилось, так, говорит, вкусно. Ну, молодежь, что им сухой, не сухой, им все равно. И у меня прям от души отлегло. Смотрю, почти всю съели. Слава Богу, говорю, хоть вы съели, а то думаю, ну вот прям хоть выкидывай. Вот. Поэтому хочу с вами пораньше времени терять. Думаю, сейчас полалакаю, полялякаю, поговорим, расскажу, что у меня приключилось. Сейчас второй раз пикнет, и я все выключу. Пойду готовить все на шаурму. Кашку поставлю и возьму малину с собой, варенье. Буду там чай пить. Сейчас попью. Вчера еще на ночь маленький кусочек прополиса так откусила. И вот его жевала-жевала, так катала во рту туда-сюда. Где-то минут 15. Так что вечером еще раз так сделаю. Не знаю, можно, нет, махонький, прям со спичечную головку. И вот пчеловод один тоже подсказал. Чё, говорит, вы не это, прополисом-то не пользуйтесь. Прополис есть. Пчеловоды сами не знаем. Вот. Ну, он старый пчеловод. И от желудка, говорит, помогает хорошо. Ну, не знаю, Сергей тоже маленько это. Вчера пожевал его. Вот, дай бог поможет. Голова, конечно, раскалывается, виски. У меня, когда насморк, я почему-то это... У меня, видать, на уши дает. И вот кто что говорит, мне как будто бы я сижу в трубе далеко, и там как будто издалека мне что-то говорят. Вот я в такое эхо у меня. Ой, вообще так не люблю это состояние. И антибиотики не хочу пока кушать. Так, вот так еще уши погрею. Антибиотики почему-то, ну, не хочу пока, там уж видно будет. Если уж температура подымется, будет держаться несколько дней, то начну. А сейчас надо самой выкарабкиваться. Елку мою бомбят. Ну, бомбит. Мелкий. Гоняю его. Когда ухожу, приходится здесь закрывать дверь в комнату. Все стаскивает, весь дождь стаскивает, игрушки стаскивает. Он, конечно, говорю, все светится ему. Тапком его, грожу ему тапком. Ну-ка, убегает, боится. Что, у нас сегодня весь день не будет дома, надо все закрыть. Он иначе на полу окажется, красота. Ой, наговорила уже, короче, друзья. Все, сейчас у меня это ухо прогрею и пойду. Какую-нибудь кашку сварю с собой. Ничего не охота есть, вообще аппетита нет. Ну что, попробуем сделать шаурму. Здесь у меня айсберг, салат, морковь по-корейски,
Перчик свежий, огурчик свежий и копченый окорочок. Не, грудка копченая. Здесь домашняя горчичка. Так, маленько буду шмыгать. Намазываем горчичку. Лаваш я разрезала, не знаю, сейчас не могу определиться, как мне его. Немножко горчички. Вот у меня соус. Что-то никто не ест, мы его сейчас сюда запустим, чесночный. Немножко майонез, чтобы не было сухо. Не знаю, кетчуп надо, не надо. О, давайте положим. С кетчупом-то вкуснее будет. Оно вкуснее даже будет. Как раз кетчупа тут чуть-чуть. Чуть-чуть кетчуп. Так. Размазываем. Теперь капустку кладем. Я люблю с такой капусткой. Можно, наверное, и свежую пускать. Так, морковку. Морковку. Перчик немножко. Огурчик. Блин, надо было, наверное, мяско. Ну ладно, неважно. Огурчик и мяско. Смазывать, не смазывать. Сверху еще. Ой, какой нежный лавашек. Рвется прям. Значит, надо большой оставлять. Сворачиваю. О, рвется, рвется. Очень, говорю, нежный. Ладно, этот я съем. И все. И на сковородку. У меня прям такая гриль. Поджарю. Так, сейчас я наделаю. Маша придет, себе поджарит. Один возьму на работу. Кашка рисовая варится. Так, ну поехала я дальше. 6 штучек получилось из 2 лавашных листов. Ой, девчонки, вспомнила же. Один-то первый закрутила, потом вспомнила. Сыр ведь надо еще сверху. Вот этот себе без сыра поджарю. А эти оставлю Маше. Там уже с сыром она. О, любит, когда сыр тянется. Еще у меня есть бальзамический соус. Как вот в кафешках поливают, вот так вот разрежут этот шаурму и польют вот этим вкусным. Сладенький такой он. Тоже полью. Очень вкусно. Маше надо оставить, чтобы она не забыла полить. Рассыпчатая кашка получилась тут. Еще пусть поварится. Поджарила. Видите, без сыра вообще ничего. Просто лаваш поджаренный. Полила вот этим уксусом. Не знаю, вкусно, невкусно будет. Бальзамическим соусом. В общем, все. Сейчас съем одну, попробую. И все, уже бегу. Бегу. Хочу вам показать свой торможок. На работу. Кашки сейчас возьму. Так, наверное, хватит. Это Маше оставлю, если будет. Так. Кашка. Малиновое варенье, баночку. Молоко. Без молока не могу. Яблочки. И не знаю, вот взять, не взять шаурму. Она же размякнет, жареная-то. Аппетита нет, так и прям не хочется ничего. Вот это у меня морда. Морда лица. Таблетка сейчас возьму. Парацетамол от насморка и противовирусник попью сегодня. В общем, вот так, друзья. Буду лечиться, сидеть. Шмыга. Сейчас возьму, конечно, маску. Не дай бог, люди будут заходить. Я буду там шмыгалка.
В общем, все, без 10:10 уже давно надо выходить. А ноги что-то ломят, гудят ноги уже. Все, друзья, давайте тоже не болейте. Не болейте, лечитесь. Я-то вылечусь, ничего, нормально. Брать, не брать шаурму. Брать, не брать, брать, не брать. Сейчас не брать, а там придешь, там все захочется, блин, кушать. Возьму как-нибудь, сейчас заверну в бумагу. Друзья, еле иду. На меня даже это не похоже, чтобы я еле-еле ноги тащила. Ну, плохо мне. 36,8. Ну, как-то надо отсидеть. Звонили друзья. Они недавно приехали с Таиланда. И говорят, приедьте сегодня. Ну, они живут в Карагайке. Мы вам дадим таблетки, парацетамол какой-то. 3 дня пропьешь, и все, ничего не будет. Ни антибиотик, ничего. Сергей сегодня после работы съездит. Я вам покажу, друзья. Надо выкарабкиваться. Иначе не будет Нового года. Нас вот они и пригласили к себе. Будем с ними гулять, даст Бог, выздоровим. У нас снежок, так хорошо. Даже вот не накрасилась, ничего. Лишь бы сесть. Пришла я к магазину. Буду открывать, друзья, и пытаться работать. Всем хорошего дня. Ну все, друзья мои, свалилась капитально. Еле-еле-еле до 4 часов отторговала. Закрыла магазин и ушла. Ну, с утра так хорошо народ шел, слава богу. Короче, нормально поторговала. Сейчас вот затишье. Начало уже знобить. Вообще руки-ноги замерзли. Парацетамол не помогает. Все ломает. Ну, вообще, конечно, кошмар. Кошмар. Пришла домой, вот легла под одеяло. Греюсь. Жду, сейчас Сергей привезет мне таблетки. Я вам покажу обязательно. Может, где найдете. И вообще скажу, помогает, нет. Кушать вообще не хочется. Вообще шевелиться не хочется. Все болит. Мне раньше парацетамол никогда не помогал, а сейчас вообще никакого почему-то облегчения. Ну, от такого, от простого аптечного. Лежу, короче, даже чай неохота пить. Вроде бы надо попить, есть лимон, есть мед. Не хочу. Сергей приедет, поухаживает за мной. Ну, вот прям такая злость. Ну, почему перед праздником-то, девчата? Надо выздороветь. Ну, главное, кашля нет, горло не болит, а вот ломает, и вот насморк, заложенность. Что это, грипп? Не грипп? В общем, вот такая красотка, лежу. Еле-еле, говорю, просто уже под конец сижу, не могу, не могу, холодно. Вот я одела куртку и шапки сижу, не могу. Нафиг надо, пойду, говорю, домой. Здесь Нюшенька возле меня. Нюша, Нюшенька, ты моя девочка. Она всегда со мной, когда болею я. Она все чувствует. Так что, друзья, до вечера. Вечером я вам еще скажу свое состояние. Может, сейчас полегчает, согреюсь. Время 4:30. Сегодня работы, бумажные волокиты, как всегда у меня, господи. Ну, ничего, как-нибудь, ничего. Все будет хорошо, да ведь? Все будет нормально, ничего. Болеть тоже надо, иммунитет надо, чтобы был. Я так всегда себе говорю и Сергею. Не надо расстраиваться, ничего страшного. Нюшенька моя, Нюшенька, девочка моя. Пока папы нету, она со мной сейчас на кровати посидит. Папа не разрешает... Не переживайте, друзья, все нормально. Вот такой, друзья, парацетамольчик. Выпила таблетку. Уже полегчало. Начинает сбавлять температуру, потому что такой что-то мне не помогал. Ой-ой-ой-ой. Это тайландский или вьетнамский.
В общем, друзья, лежу, лечусь, отдыхаю. Уже вечер, так что все. Надеюсь, завтра будет лучше. Все, друзья. Всем пока, не болейте. Опять вас с наступающим. Надо завтра акклиматься и уже начинать готовиться к праздникам, закупаться, тортики выпить, испечь полуфабрикаты хотя бы. Так что все, друзья. Всем пока. Всем счастливо. А я валяюсь. Вот 10 подушек себе собрала по дому. Лежу, отдыхаю. Все, пока, друзья. Все коты возле меня, все коты возле меня такие. Лечебные мои котятки. Все возле мамки. Мамка сегодня не кормит их нисколько. Сухим. Маленький мой.